Сегодня очень активный, насыщенный день. Моя гостья Наталья Минеева, система универсамов «Бегемот». Наталья, я уверен, что не все знакомы с системой универсамов. Расскажите, какой бизнес вы представляете и в чем ваша основная фишка? Ну, система универсамов «Бегемот» мы на рынке достаточно давно, с 2000 года. Мы располагаемся все в основном в городе Кемерово, также в небольших городах вокруг, на территории нашей области. Это в основном магазины у дома, также есть супермаркеты. За последние годы мы начали развивать очень усиленно собственное производство. Это полностью выпускаем готовую продукцию для потребителя. Также мы занимаемся развитием наших пекарень, пекарни полного цикла, и выпускаем ремесленные хлеба, выпечку и так далее. Как пришла идея к вам заниматься выпечкой хлеба? Потому что мы начинаем, да, вы рассказываете о том, что у вас сеть магазинов у дома, и в том числе вы занимаетесь ремесленными продуктами. Откуда чем продиктована эта идея? Ну, я думаю, все-таки временем, потому что потребитель стал достаточно мудрее, хочет продукт, который будет свежий, который не будет где-то выпекаться, залеживаться, ну, на предприятиях. Они хотят, чтобы видеть, как его производят, чтобы он был горячий с печи, хотят его приобретать. Слушайте, я уверен, что ваш хлеб самый вкусный. Мне прям, знаете, пока мы с вами разговаривали, захотелось даже попробовать. Самый популярный хлеб? Ну, для меня альпийский, это я как потребитель, я надеюсь, что его все тоже все любят. На самом деле он начинает очень много продаваться. Также у нас есть и овсяные хлеба, и белый хлеб стандартный, и так далее. Очень много выпечки слоеного теста. Также мы развиваем пиццы, начинаем производство. Думаю, будем его наращивать в дальнейшем. Слушайте, я хочу просто все это продегустировать, потому что то, как вы рассказываете, звучит очень аппетитно. Я желаю вам продуктивных 2 дней на этой выставке. Я желаю, чтобы вы нашли своих потребителей и чтобы все, не только в Кемеровской области, кушали ваш вкусный хлеб. Спасибо. Ну, а мы приглашаем вас в гости к нам. А я приеду. Я потому что все дегустирую и ко всем приезжаю. Спасибо.